Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Дмитрий Туркан. И сегодняшнее это видео мы записываем из Лондона, столицы Великобритании. Я здесь нахожусь первый раз и принимаю участие в Chelsea Flower Show. Это самое грандиозное садовое событие Англии и всего мира, и оно проходит под патронажем Елизаветы II. Оно знаменито тем, что здесь выставляются самые вот невероятные сады и задаются именно как раз тренды в садовом искусстве. И как спутником этого мероприятия проходил конкурс флористов, где я принял участие. Вообще, хочу вам сказать, что участие в Chelsea Flower Show – это уже в карьере любого там садовника либо флориста, это уже является таким очень высоким уровнем его развития, потому что чтобы попасть на Chelsea Flower Show, ты должен из себя что-то представлять и уже иметь какие-то награды и чего-то уже добиться, то есть быть таким вот как минимум мастером с большим опытом в своей сфере. Начало этой инсталляции началось со звонка Дмитрия. Дмитрий и со своей супругой Елизаветой, они являются, ну, мне здесь помогают в организации и в участии в этом шоу. И я получил этот звонок, и мне Дмитрий говорит: «Дима, нужно инсталляцию придумать в течение 3 часов, нарисовать эскиз и отправить в оргкомитет. Сегодня последний день, когда они принимают заявки». Я быстро сделал эскиз, мы отправили, они подтвердили. И я захотел сделать эту инсталляцию, и там в задании необходимо было использовать природные материалы и желательно, чтобы было много ручного труда, чтобы показать свое мастерство. И идея у меня возникла сразу же, что я должен работать с ивой, из которой плетут самые обычные корзины. И вся инсталляция, вся основа, она состоит как раз из расщепленной ивы. И эту иву привез Сабир из Санкт-Петербурга специально для моей инсталляции. Очень много было проделано работы непосредственно на площадке. Мы собирали, плели эту инсталляцию около 5 дней вчетвером. Я, Сабир, Лизавета и Дмитрий. И наша композиция получилась такая сразу заметная, отличающаяся. И уже когда я начал установку цветов, могу сказать, что это, наверное, была самая по длительности сложная постановка цветов, вот именно когда все уже готово, уже вода набрана и только нужно ставить цветы, у меня на это ушло 7 часов. То есть 7 часов я устанавливал цветы в эту инсталляцию. Я там использовал огромное количество материала с разных стран. Я использовал местные цветы, я использовал голландские цветы, я использовал цветы из других регионов, я уже не буду говорить из каких стран. И композиции мне захотелось передать, вот знаете, вот как раз вот то настроение, те эмоции, которые испытываем мы, когда мы входим в такой вот цветущий легкий сад, когда вокруг летают бабочки, чтобы мы испытывали чувство легкости и расслабились возле этой инсталляции. И судя по реакции зрителей и по внутреннему моему состоянию, мне удалось передать вот это вот состояние легкости, когда вот клематисы летают вокруг моей композиции, моей инсталляции, когда вокруг вот этой вот поляны, вокруг также этой цветочной инсталляции постоянно уже на протяжении 5 дней летают шмели, которые, я не знаю, что они там делают, опыляют, общаются, но это очень забавно, когда вот на этой инсталляции происходит своя определенная жизнь. Когда я делал эту композицию, композиция была такая очень сложная в плане в техническом, то есть там очень много было ручной работы, было огромное количество цветов, необходимо все это было подобрать. Какие-то моменты, когда уже там стоишь на коленях, там что-то закручиваешь, я себя спросил: «Дима, зачем ты вот настолько скрупулезно, филигранно делаешь эту работу? Потому что, ну, многие даже не увидят того, что у тебя там нет узелков, что у тебя все держится за счет плетения, что много-много моментов, которые, ну, они не будут заметны, они не будут видны даже для жюри. И я это делал для себя, и я себя, знаете, вдохновлял такой фразой, что так как
Chelsea Flower Show проходит под патронажем королевы Англии, это значит, что меня пригласила королева Англии. Это значит, что я делаю свою работу для королевы Англии, даже если она ее не увидит. Но я это делаю, потому что меня пригласили к ней в гости. Меня пригласили на ее мероприятие. И поэтому я здесь должен показать все свое мастерство, все, на что я способен. Все те мысли, которые есть у меня в голове, я должен выразить в этой композиции, для того, чтобы людям показать, какой может быть уровень во флористике. Что цветы, они не просто прекрасные события, а цветами можно говорить, цветами можно давать любой посыл и любое направление. Любую мысль, философию можно донести цветами. И когда я закончил создание этой работы после 7 часов постановки цветов, я почувствовал внутреннее удовлетворение и в то же время опустошенность. То есть мне удалось сказать все, что я хотел сказать. И скажу вам даже больше, что во время создания инсталляции, когда я думал о том, какие цветы использовать, как их поставить, у меня рождались еще другие образы, еще другие истории, связанные с этой же композицией. И эта композиция настолько получилась заряженная, настолько получилась нагруженная смыслами, что, смотря на нее, у каждого человека возникают свои эмоции, у каждого человека возникает своя история. Я хотел бы, чтобы эти все истории были разные, чтобы там каждый увидел свое. И чтобы эта композиция осталась в памяти на долгие-долгие годы. Ведь в самой центральной композиции я использовал незабудки. И мне хочется, чтобы вот этот вот разговор, который вы проведете с воображаемым человеком, с этим образом, вы никогда не забыли. И чтобы вы в результате этого разговора получили ответы на свои вопросы. Так, друзья, и результат не оставил себя ждать. Я прихожу утром в день мероприятия, на следующий день после открытия, и вижу у себя на стенде табличку с золотой медалью. То есть золотая медаль, выданная Chelsea Flower Show. Это, конечно, было для меня очень знаковое и запоминающееся событие, но мне это еще стоит пережить, потому что это произошло вот-вот, прям горячая еще такая вот эта медалька. И плюс дали гран-при этого фестиваля за лучшую цветочную инсталляцию. Конечно, это для меня... Вы знаете, в тот момент, когда я увидел, когда я еще не знал результаты, и в тот момент, когда я увидел собственными глазами королеву Англии Елизавету, что она вот так вот проезжала мимо, для меня тогда уже было все сказано, все сделано. Я понял, что я достиг своих целей и дальше больше, потому что я, когда ехал сюда, в Лондон, я даже и не мечтал, и не думал, что увижу королеву, что она посетит это шоу. И если говорить про эмоции, ну, наверное, сейчас сложно что-то сказать новое, потому что я сейчас только буду переживать эти эмоции, буду только чувствовать, принимать и каким-то образом буду думать, что делать дальше. Потому что для меня в моей карьере Chelsea Flower Show — это была какая-то мечта, о которой не принято было говорить вслух. А эта мечта произошла. Я здесь, в Лондоне, взял золотую медаль и гран-при Chelsea Flower Show. Друзья, я вас благодарю за внимание. Очень хотелось бы, чтобы эта история вдохновила вас на шаги, на действия, на то, чтобы вы мечтали, фантазировали, фантазировали без тормозов, фантазировали о том, о чем вам действительно хочется думать. Если ваши мечты, фантазии вызывают у вас какие-то внутренние движения, какие-то эмоции, мурашки, то вы должны следовать своей мечте. И пусть это сбудется не сразу, пусть это там через несколько лет, через несколько месяцев, может быть, даже через десятилетие. Но если вас эта мечта греет и она вызывает в вас чувства, вы не должны о ней забывать. Даже если на первый взгляд она кажется какая-то несбыточная, фантастическая, мечтайте. Мечты приводят вас в новые миры.
Друзья, вы видите, куда привели меня мечты. Я нахожусь здесь, в Лондоне, в Англии, и делюсь с вами своими эмоциями. Вот так вот легко и просто. И мне хотелось бы, чтобы вы вместе со мной пережили все те эмоции, которые я получил. Да я думаю, вы их уже и пережили, и они сохранились так же в вашем сердце, как сохранились в моем. Друзья, благодарю вас за внимание и за то, что составили компанию и поддерживали меня в этом путешествии. С вами был Дмитрий Туркан, и до скорых встреч. Пока-пока.